Ярмарка народных талантов проводится в культурно-досуговом центре «Молодежный» четвертый год подряд и уже полюбилась жителям нашего района. Она позволяет продемонстрировать свои возможности как совсем юным дарованием, так и людям старшего поколения. Возраст участников фестиваля от 3 до 90 лет. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Здесь собираются народные хоры и ансамбли, семейные коллективы, солисты и исполнители инструментальной музыки со всех уголков нашего района. Праздник народных талантов ежегодно объединяет самобытные коллективы, у которых есть чему поучиться. На праздник душевной песни приехала Ирина Гайворонская, которая от лица регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» учредила свои призы. Так здорово, что вот мы собрались сегодня опять в этом теплом доме. Был полный зал людей, деток, все разных возрастов, все разных национальностей, так же, как вот наша огромная большая страна. Пой песню с улыбкою ясной, удача придет, если ждешь, и жизнь так светла и прекрасна, когда для кого-то живешь. Большую помощь в организации ярмарки народных талантов оказала Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России». Мы помогали и в первый день, когда здесь надо было хоть снег почистить перед дверью, да, расставить декорации и так далее. То есть волонтерская такая деятельность. А плюс, соответственно, у нас есть подарки определенные, которые мы вручили ребятам, которые, по нашему мнению, самые молодцы. Само движение молодое, и вступили мы недавно, конечно, набираем добровольцев. Что касательно занятий, это и профессиональное ориентирование, и как сохранение традиций. Я сам учусь на фольклорном театре, театральное творчество, и то есть традиции русские сохранять важно. Кроме песен, на конкурсе звучали стихи и сказки. Лучшие детские и взрослые коллективы награждены почетными грамотами и ценными подарками. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там я каждый думал о своей любимой, о ее жене. Там я каждый думал о своей любимой, о ее жене. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».